Оплатить проезд в общественном транспорте Московской области можно только безналичным способом – стрелкой, банковскими или социальными картами. В административно-пассажирскую инспекцию Подмосковья поступили жалобы от жителей микрорайона «Пригород Лесное», пользующихся 367-м автобусным маршрутом. Водители ссылаются на то, что валидатор не работает и требуют оплачивать проезд переводом на их карты. Ежедневно практически выявляется где-то порядка 2-3 нарушителей среди водителей за нарушение финансовой дисциплины, непредоставление возможности оплаты едиными транспортными картами, также банковскими картами, и порядка 10-15 пассажиров, которые не имеют при себе документа, билета, подтверждающего оплату проезда. В ходе рейда контролеры выявили нарушителя-пассажира. Мужчина оплатил проезд, но только наличными, и поэтому билета у него не было. Инспекторы оштрафовали и пассажира, и водителя автобуса. Билет – это только ваша ответственность, понимаете? Вы ехали без билета, за это предусмотрена административная ответственность. Данный маршрут очень напряженный, очень много пассажиров, большой пассажиропоток. Периодически проходят проверки. Штрафные санкции за безбилетный проезд для пассажиров 1000 рублей, для водителя автобуса в 5 раз больше. В случае неоплаты данного штрафа истечения данного срока 60 дней, штраф увеличится в двукратном размере. С сегодняшнего дня на регулярной основе мы будем проверять не только 367 маршрут, но также 871 маршрут и маршрут 471К. Так как на данные маршруты поступает достаточно большое количество жалоб от пассажиров по вопросу приема единых транспортных карт. Проверки на маршруте 367-го автобуса будут проходить ежедневно на протяжении 2 недель. Основная задача инспекторов – приучить и пассажиров, и водителей оплачивать проезд правильно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.